Я считаю, это сын того Пушкарева, которого историк на 19 века. А, он сын. Покажи в раскиде. Он, наверное, как бы для вузов или это, или нет? У вас здесь аннотация написана, а он давно был вместе. Я его читал. Там вот ельцинский период, для курсов по истории России высших учебных заведений, для преподавателей старших классов средних школ, для работников молодежных организаций, всех, кому важна отечественная история. Вот эти дети, которые у нас, они всю жизнь это запоминают. Ну, сразу еще. Вы читали полностью, да? Надо найти, поставить, посмотреть. Не, вот не просто. Вторая мировая освещена. Надо смонтировать надо. Сейчас не так. Нас 18 раз сжигали такие зарплаты. А кто поджигает? Люди хулиганем, мы уезжали. Деревни-то не было, а сейчас она уже строится. Это мы с нуля начали. Вы уедете, а ее сожгут, да? А сейчас нет, потому что мы уезжаем, а тут под присмотром. Смотри, сейчас кебаб по заказу смотрели. Он серенький ходит. А? Надежда Васильевна ходит он. Ну, я вижу, он там. Вот он. Вот. Мысли от Ранежды. Вот он, вот он. Знаете, чисто было. Нет, это не я не автор. Вот учебник, это ЗМУ. А батюшки такие же прикольные. Это нам потеряли. Я им дал, пожалуйста. Мне Русаков подарил, а Русаков ездил. Когда книжки я там машину отгоню туда. Нам же еще раз грузиться надо. Да. Мы сейчас едем все грузим. Наши. Сейчас,